Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства, состоялось в детской школе искусств города Видное. Наша система начала развиваться с 1968 года, с момента строительства городской котельной. Вот. А потом решением Мособлсполкома была организована теплосеть в 1974 году. И вот с 1974 года практически на пустом месте предприятие дошло до современного индустриального уровня. Более 700 человек трудятся на предприятии, основной деятельностью которого является оказание услуг по тепло- и водоснабжению. В связи с бурным строительным ростом жилого фонда Ленинского района растут и объемы коммунальных услуг, что приводит к увеличению нагрузок на действующие инженерные коммуникации. Но сотрудники ПТО ГХ с успехом справляются с этим обстоятельством. Мы на месте не стоим, и, соответственно, делаем первое, что мы делаем. Значит, все эти коммуникации, которые строят новые жилые комплексы застройщики, естественно, мы принимаем это все новое. Значит, по старым, очень благодарны мы муниципалитету нашему в части выделения денег, денежных средств на техническое оснащение наших инженерной собственной инфраструктуры. Это и ремонт центральных тепловых пунктов в рамках подготовки к отопительному сезону. Это и реконструкция их. Это и реконструкция ветких сетей, как водопроводных, так и канализационных, так и теплоснабжающих. От имени главы района Олега Хромова сотрудников объединения поздравил Дмитрий Волков, отметив особую степень социальной значимости деятельности предприятия. Примите слова благодарности за высокий профессионализм, ответственность и готовность в любое время суток, порой в экстремальных условиях, к выполнению самых непростых задач. Поздравил работников городского хозяйства Валерий Венцель, передав слова благодарности за труд и от Вячеслава Фетисова, депутата Государственной Думы, который в этот день работал в Ленинском районе. Просил поблагодарить за ту работу, за ту ежедневную работу, которую вы осуществляете на благо нашего Ленинского муниципального района, на благо процветания нашего района и, конечно же, на благо наших жителей. Слаженная работа предприятия складывается из трудолюбия и профессионализма людей, отдавших своей работе многие годы. На празднике многим сотрудникам были вручены награды. Я работаю 25 лет на предприятии, оператором насосной станции. Мы перекачиваем сточные воды, отправляем в Москву, очищаем от мусора. Поздравляю всех своих коллег, всех своих начальников непосредственно с таким праздником, с 30-летием. Вот. Ну и всем желаю счастья и здоровья. Я была начальником отдела кадров 25 лет, с 87 по 2012. Потом перешла специалистом, вот в прошлом году ушла. Ну, почти 30 лет отработала, стояли вот у истоков. Хочу, чтобы наше предприятие оставалось еще долго на плаву. Финансовой независимости хочу нашему предприятию. Почетными гостями праздника 30-летия ПТО ГХ были депутат Московской областной думы Владимир Жук, священник Николай Шапарев, которые также выразили слова благодарности сотрудникам предприятия. В завершении мероприятия состоялся праздничный концерт. Людмила Медведева, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.